погонял по ночному Владивостоку и врезался в фуру. Спасателям пришлось извлекать из машины водителя. Улица Калинина, со стороны спортивной мчится автомобиль Nissan Cedric. За рулем автомобиля молодой человек, он обходит на большой скорости автомобиль такси и лихо продолжает поездку. Но в районе 45-го дома водитель не справляется с управлением, и он врезается в припаркованную у обочины фуру. Удар настолько сильный, что легковушки буквально сминает корпус и срезает часть крыши. Очевидцы тут же вызывают к месту ДТП скорую, сотрудников полиции и спасателей. На пульт дежурного поступил сигнал о том, что совершено столкновение грузового автомобиля, фуры, с легковым автомобилем. По приезде на место происшествия обнаружили, что в стоячую фуру, грузовой автомобиль, врезался легковой автомобиль Nissan Cedric. Водитель легкового автомобиля зажат в машине и погиб, к сожалению. После прибытия к месту аварии спасатели отключили у легкового автомобиля аккумулятор во избежание короткого замыкания. После чего с помощью гидравлических инструментов извлекли тело погибшего водителя и передали его скорой помощи. Водитель фуры в шоке. Мужчина впервые во Владивостоке и приехал сюда из Казани. Утром ему надо на разгрузку, и он лег спать, когда почувствовал удар в бок своего автомобиля. Хотел я скорую вызвать, тут уже звонили, вызывали скорую, уже это сразу приехала эта пожарная машина. И уже и через 10 минут, может, 7 минут уже это приехали. Гаишники приехали. Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах произошедшего ДТП. Личность погибшего установлена. Это молодой житель города Находка.